Ребятки, всем привет, с вами Александр, нравится мне эта картинка в мире юрского периода, которая у нас появилась. А, кстати, что здесь написано? А, предстоящее обновление, да, но ничего там особенного такого вроде нет, что-то изменяется там лаборатория, еще что-то там меняется. В общем-то, скоро с этим будем разбираться. Ну, а картинка вообще зачетная, короче. Где-то еще я здесь видел тоже картинку красивую. А, ну вот, в принципе, тоже неплохая картинка. Пирораптор. Дикий неведанный зверь, да, терезинозавр и пеликанептерикс, это получается гибрид, что ли. Ну, а вот эту картинку, наверное, надо взять, например, на заставочку. Ладно, это вот место у нас пустует уже давненько, скоро его заполнит. Так, собираем нашу жертву. Так, 57 миллионов, все, никак я не качну слоника. Не хватает времени, ребята. Ну, давайте смотреть. Есть у нас два турнира, классических два турнира. Есть, так, птерозавры и турнир с усилением. Ну, давайте начнем вот с этого. Обязательное условие, птерозавры X1. Давайте, давайте, давайте. Допустим, птеродаустра. Возьмем и кого и сигнозуха, чисто так случайные комбинации делаем. Ой, так я его убиваю за один удар, я даже не заметил этого. Так, 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 так. Ну ничего не делаем, просто отдыхаем. Да, прошлая серия, ребятки, которая у нас выходила по миру юрского периода, я ее специально в целях эксперимента снял без записи голоса. Ну, думаю, пусть будет, для разнообразия. Может, кому-то просто, знаете, хочется включить видео, его сделать, зациклить его, чтобы оно шло по кругу на каком-то большом там 50-дюймовом телевизоре, и просто пусть оно себе дерется. Ну, чтобы звуки были, звуки динозавров были, а, допустим, звук голоса в данном случае был бы не нужен. Ну, или что-то вроде подобного. Просто себе там включил, оно себя идет, а ты занимаешься какими-то своими делами. Вот такого рода. Так, условия. Один птерозавр, условия все тоже. Вот так. Где ищу легендарных птерозавров? А третьего можно брать? Да, можно, но будут три птерозавра. Так, что-то пеликанептерикс. Он же у нас летун, я его назвал этим. Пеликанимин. Был на картинке. Трусишка у нас какой, Зухамин. Прум-прум-прум-пум-пум. Так, раз, два, три, раз. Блин, ну. Ничего себе, мне пришлось пробивать. Все накопленное непосильным трудом пришлось потратить. Так, делаем. Раз, два, три, четыре, пять. Не дадим Гаргозавру использовать свой сильный удар. Так, бой номер три. Так, условия тоже. Птерозавр. Нет, 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 такого мы брать не будем.
Так. О, вот так вот, допустим. И вот так. На тебе. Так. Ну давай, давай. Время вызвать супер оружие. Атакуем на сколько? На 3 или на 4? Давайте на 3 попробуем. И это был правильный выбор. Оу-оу-оу. Ну у него у Дайнахейра практически нету жизни. Вот и все. Шаровый набор, я его так называю. О, и легендарный терезинозавр. Круто. Так, ну и да, у нас остался набор с усилениями. Так, а условия какие-то есть? Условий никаких нет. Так, мне бы хотелось вот это все стадо завалить одним каким-то раптором. Ну ладно, да, все равно сейчас у нас это все дело слетит. К чертовой бабушке, так сказать. Давайте что-то посерьезнее возьмем. Так. Ну, на самом деле все должно быть легко и просто. Трудо! Погнали. Мне на самом деле надо их активно атаковать. Чтобы они там особо не разжирались. Ой, три, ё-моё, два хотел. Терезинозавр же вообще бьет дико мало, будет удар что-то в районе 150. Вау! Вот это было больно. Это все, что у него было, он потратил, наверное, да? Так, раз. И все! Да, надо было кого-то послабее взять. 140, ну, как я и говорил. Так, первое готово. У нас снова птерозавры. Давайте посмотрим. Тьфу, птерозавры травоядные. Кого можно взять? Можно одним аморгозавром, допустим, всех разбросать. Карнораптор это жирно получается. Тирексом? Сожрать всех тирексов. Как вам такая идея? Ну отлично, только надо выбрать усиление сначала. Так.
и выбираем Т-рекс. Давайте будем бодаться Т-рексом. Это будет посложнее. Усиление придется использовать, дабы копыта не отбросить раньше времени. Вот так и атакуем. Полдела сделано. Шунозавр. Нам составляет опасность именно шунозавр. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, опасно, опасно, ребята. Уже становится опасным. Если сейчас он еще накопит баллов, то будут кранты. Ай, молодец. Так, у него же один балл остался, да? Так. Так, так, так. Чтобы он нас не завалил. 4. 2 выдержим без проблем. Отлично, один балл он опять себе оставил. Очень зря. Ну, в общем-то, шикарно. Так, и последний бой. Ну, все то же самое. Так, кого бы взять? Кого бы взять, чтобы было позабавней? Ладно, давайте сразу выберем усиление. И потом будем думать. Так, давай, крутись. Так. Можно взять велоцираптора. Допустим, это будет наша жертва. Ух ты, унайзавр так прикольно выглядит. Можно взять индоминуса дохленького. И раптора. Во-во-во-во-во-во-во. Блин, спинозавра не хочется так быстро сливать, но ладно. Погнали. Будет у нас такая шикарная троица, звездная. Так, ну на самом деле нам тут будет непросто. Три удара и хана. Раз, два, три. В притирочку я его пробил, но я должен выжить. Спинник, точнее, мой должен выжить. Давай, 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 давай. Я выживу, выживу. У него же два всего лишь. Он, думаю, проатакует. Он думает, что я легкая добыча. Но всего лишь на один. Так, пока не будем его защищать. Нужды в этом нет. Атакует на два, подлец. Я выжил! Вот это да! Так, заберем у него один балл. Так, спинник у нас просто звезда. Звезда, ребята. Ну, у него мог бы один балл в защите стоять. Но он его точно не перенес, я его сжег. А, он 3 переносил. Вот что-то я... 5 баллов. Атакует на 3.
Так, ну мы вызываем раптора. И пытаемся его просто взять и съесть. Отлично. Круто. Тиранозавр, спинозавр против тиранозавра. Ну вот примерно такую картинку я и нарисую. Дальше. Ничего себе, давай, наваливай. Тадзянгазавр. И последний. Вот и все, ребятки, так по-быстрому отстрелялись. С вами был Александр. Пальчик вверх, кто рад меня слышать. И до скорых встреч.